Управлять своей жизнью, как управлять машины. Иногда дорога гладкая, а иногда встречаются препятствия на пути. Сегодня расскажем о возможностях, которые помогают преодолевать жизненные ухабы и непредвиденные финансовые ямы. Способность маневрировать и держать ситуацию под контролем – очень важные навыки как на дороге, так и в жизни. Наша героиня Вероника, несмотря на сугробы и гололед, уверенно и крепко держит руль. А как выбирала машину? Как выбирала? Да. Ну, понимаешь, цвет красный такой сразу. Вот цвет вообще не выбирала. Вот вообще. Вот скажите мне раньше, что я сяду на красную машину, да никогда в жизни. А тут просто она была одна такая. Оказалась красная, и я просто выбирала по моему росту, я села, тут много места, можно тут вообще хоть танцуй. Залог оставила сразу, потому что она была одна, и я побоялась, что ее заберут. Я быстренько насобирала денег, несколько тысяч было. Некоторую сумму в банке взяла, оформила кредит, и как-то так быстренько мне дали. Но оказывается, автомобиль может быть как благом, так и его источником. Например, когда срочно требуются деньги на строительство, новую квартиру или ремонт. А может быть, нужно закупать новое оборудование на производство. И машину в этом случае продавать не нужно, как вы могли подумать. Для решения вопросов некоторые банки предлагают комфортное кредитное предложение под залог автомобиля. Чтобы получить нужную для вас сумму, необходим минимальный пакет документов. Это паспорт и ПТС. Подтверждать свой доход и страховать залог не требуется, что, естественно, упрощает процесс получения кредита. Причем машина остается у вас в собственности, вы продолжаете ею пользоваться и одновременно можете получить нужную сумму до 1 миллиона рублей под доступную ставку от 19% годовых сроком до 5 лет. Также специалист банка рассказала о других привлекательных кредитных предложениях. Комфортная ставка от 16% годовых. Сумму можно оформить до 15 миллионов рублей. Кредит выдается под залог недвижимости. Обеспечением может быть любой объект недвижимости – квартира, коттедж, коммерческая недвижимость с правом собственности. Причем заемщик и залогодатель могут быть как одним лицом, так и разными людьми. Например, родственник помогает в покупке недвижимости. Абсолютно верно. А также кредитным предложением могут воспользоваться предприниматели на тех же привлекательных условиях, как и для физических лиц. И еще можно использовать для рефинансирования. Если у вас несколько кредитов, их можно объединить в один на более выгодных условиях и осуществлять платежи в одном банке. Используя подходящие вам банковские продукты, можно успешно решать поставленные задачи, инвестировать в развитие собственного дела, приобрести новую квартиру, сделать капитальный ремонт. Спонсор программы – Банк Восточный. Актуальные предложения. Кредиты под залог недвижимости и автомобиля от Восточного банка с комфортной процентной ставкой. А также 10 декабря в 14 часов состоится торжественное открытие инновационного отделения Банка Восточный. Шоу программы, угощения, подарки и отличный заряд на все выходные. Ждем вас 10 декабря в торгово-развлекательном центре «Покров Скай».